партия Халык Дербестігі, она получила, прошла на второй этап, получила подтверждение уведомления. Значит, провели они свой съезд. Сейчас по закону, после того, как партия проводит учредительный съезд, она должна представить списки своих 20 тысяч кандидатов. Сейчас срок регистрации по закону у них приостановлен, происходит проверка членов партии, потому что на соответствие закону. Поэтому этот процесс идет. По трем партиям, Ел-Терега, Намаз и Байтерек, если я не ошибаюсь, значит, у них пока работа идет на уровне первого этапа. То есть после уведомления о намерении создать партию была проведена в соответствии с законом проверка. Я уже об этом не раз говорил. Среди членов инициативной группы, которых должно быть не менее 1000 человек, выявлены лица с некорректным ИИН или ИИН, который не соответствует имени, фамилии, имени, отчеству. К сожалению, были выявлены и умершие граждане, а также члены других партий. По закону гражданин Казахстана может быть членом только одной политической партии. Поэтому, соответственно, в создании другой партии он и участвовать не может.